Администрация города Махачкала, Комитет по спорту, туризму и делам молодежи и внедорожный клуб «Дагестан 4×4» при поддержке общественной организации «Молодежь Шамильского района» проводят пятый этап Кубка СКФО по трофи-спринту, посвященный памяти полковника Алиева Магомедарипа Тагировича из села Уриб. Соревнования пройдут 15 октября 2016 года на трассе Талги-Буйнакск Республики Дагестан. Справки по телефону 8 988 001 0101. Официальным спонсором мероприятия является автомагазин Jeep Motors.